И Шанель Мадемуазель приехал вот такой вот в арабском аналоге. Кстати, у меня просили его в маленьком оригинале, его нет. Шанель ушел из России, и сейчас достаточно трудно его достать. Я подумала, что арабский аналог будет прям идеален. Кстати, арабы делают очень хорошо, очень качественно, очень стойко. И здесь совпадение с оригиналом 100%. Ну, вы знаете, сказать 100% так нельзя все-таки. Давайте 99,9%. Потому что все-таки 1% я оставляю на упаковку. Упаковка разная. Аромат Шанель Мадемуазель Интенс очень похож на оригинал. Не знаю, вот что-то меня плющит прямо и колбасит от аналогов арабских. Вообще что-то меня колбасит от Шанеля. Сделано все идеально. Очень похож аромат один в один. Единственное, наверное, я скажу, что он такой прям вот насыщенный, такой плотный прям. Здесь прям микродоза нужна, прям микродоза. И вот этого флакона, наверное, не знаю, на несколько лет хватит, потому что прям здесь нужно следить за дозировкой парфюма. Классно, ну что скажу, классно сделано, отличный парфюм, 100 миллилитров, доступная цена. Пополнить коллекцию своих ароматов, почему нет? Это супер. А подарить? Да это идеально. Это идеально.